Кто там? Папа, не трогай нас, мы электрошокерами. Это кровать или электрошокеры? В общем, мы заходим в каюту. Каюта 14 квадратных метров у нас. Не такая, чтобы большая, но как бы нормальная. Если вот с той стороны повернуться, будет дверь. Номер у нас Deluxe называется. Deluxe, да. Здесь будет вешалка со шкафами. У нас кресло спальное для одного ребенка. Раздвижное. Раздвижное. Нам дали дополнительное белье для него, плюс полотенце, плюс одеяло, пледы, если будет неудобно. Также у нас есть Wi-Fi в номере, телевизор, телефон. Имеч тут уже балдеть. Да, здесь есть у нас такой пуфик посидеть, телевизор, значит, непосредственно. Еще сказали, что есть пресс для глажки брюк, но он, наверное, в туалете. Помогите! Засосала? Помогите! Застрял! Стол. Я застрял. Вот как раз с телефоном зеркало. Там как раз Viking Line стоит у нас. Отражение. Пол, кстати... У нас окна выходят на этот самый. И тут нормально уже окна полноценные. Да, здесь большие окна полноценные. И знаешь, с занавесками с двойными, что можно задвинуть. Ладно, видно все. Да. В номере кондиционер у нас есть. Вот он там. Мы зашли, было 21 градус. Мы поставили немножко потеплее, чтобы было достаточно прохладно. Давайте посмотрим тогда, что у нас в холодильник. Так, холодильник. Наталья, ну смотри, холодильник. Два ничего себе, это все нам на халяву. Да, два бокала нам с тобой. По бутылочке маленького шампанского нам с тобой. От Silia Line специально, смотри. Угу. Бокалы, смотри, молодцы какие, да? Стаканчики, водичка. По... Даже, слышишь, пиво даже есть. Ты посмотри, какие вы молодцы. Чтобы не заплутать. И спрайт, и кока-кола. Ну здорово. Слушай, классно. Мелочь, но приятно, это да? Это все уже к холодильнику в первую очередь. Ну, я же должна показать. Где мой мини-бар? Мини-бар? Чтобы не заблудиться, тут при выходе есть такие листочки, памятки, где находится ваш выход. Вот мы на Лассе, а тут еще верблюд, носорог и слон. То есть мы 3А. Да, мы с 3А. Фен я уже показывала. А это что? Это в случае этих самых 999. Ну, если тебе надо куда-то позвонить, тут, видимо, брошюра с номерами, что-то может на заказать. Шоппинг, да-да, в номер. Да. Там вам и лимонада положили. Слушай, классный очень туалет. Полотенца здесь висят, а мы взяли. Можно было не брать. Ну, тут... Мыло туалетное. Слушай, туалетной бумаги и салфеток просто гора. Нормально. Уже дети уже израсходовали одно полотенце. А здесь смотри, а что это такое? Мыло, наверное. Набор для чистки зубов. Ну ничего себе. Зубные щетки, наверное. Зубные щетки, крем для бритья и бритва. Офигеть. Шампуни, мыло. Друзья, ничего можно было сервис, не брать. Я вам скажу, что да по деньгам себе. Мы заплатили меньше, чем нам уже. В общем, сейчас они от нас еще, в убытке. Сейчас покажем еще карточки на питание. Да. Как это нам выдали. В общем, вот так это все выглядит. Здесь вытяжка, душевая кабина закрывается. Здесь тоже есть мыло помыться, полотенце, туалет. Короче, все, что надо. Ну, здорово, здорово. Минимализм, но... Смотри, под этот, под мрамор типа сделано. Да, полочки внизу. Не, ну я вот это как раз я не ожидала. Вот эти наборы. Мелочь, но приятно. Слушай, еще с собой оставлю есть. Гель для душа. И даже эти затычки в уши есть. Здорово. Берушки. Берушки, да. Друзья, смотрите, у нас тут вот такие купоны есть. 7 евро, 7 евро. Это напитки. Потом на взрослых у нас 2 по 19,50, 19,50. На меня 19,50, 19,50. Это завтрак? Да, и детям тоже завтрак идет по 8,52. И Эмилии 2. Офигеть, это сколько по деньгам Подожди, получается? Еще 2 купона у нас на шампанское. Да? Да, вот. 2 евро. По 2 евро шампанское, в общем. И, короче, офигеть, сколько это по деньгам-то получается? Подожди, 4. Ну, 4 это не бесплатно. 17. Это не ну тогда 17, 34, плюс, скажем, еще 40, 80, 110, 125 евро. Представляете, друзья? Только на питание и на напитки 125 евро нам дали. Ну, вот это их. Мы их это в банкрот пустим. А что, знаешь, как это в фильмах, так нет, самое. Отбить бабки-то надо. Ну, у нас, мы золотые клиенты, на самом деле, такая... Многим пришли такие купоны, но не с такой скидкой. Да.
Ну, короче, да, тут постельные принадлежности, все полностью, все полотенца, все, что надо. Сейчас надо попробовать, как это кресло вообще раздвигается. И тогда мы вообще, как эти самые, как короли будем. Да. Вообще. Можно, втыкай, втыкай. Ну, это все. Первое, что у детей, на корабль сразу дайте. Дайте нам телефоны. Все. Каждый в своем телефоне. Значит, 9.45. 9.15 он откроет двери. Официант, чаю. А мне сардель. Что-то я пытаюсь телевизор. Нифига мне это самое, какой-то вот там... Язык надо выбирать. Язык надо выбирать, понял? Заработала! А, во, вспомнила, что хотела. Еще попутно мы зашли с Виталией на почту, мне пришла шапка, пришла, я уже давно, 100 лет назад ее заказывала, с помпончиком, Эмилия так ждет ее. Вот. Большая малеха, но Эмили нравится. Короче, разложили мы кресло, вот так оно разбирается. Все хотят спать на кресле. Да. И там внутри... И там внутри остался еще подушка большая, такой пуфик. Что-то я подзамерз, надо чуть-чуть добавить. Кстати, этот термометр тут такой резкий. Чуть-чуть поставишь потеплее, уже все, пар идет со всех щелей. Короче, дети нас вытряхнули в магазин, они уже запасли их по дороге. Говорит, давайте, они уже все, оно... они говорят, мы уже пошли, вы так... мы вам догоним. А Сандер сказал, у меня денег с собой нет, папа, я буду за тебя тратить. Короче, мы выбрались в магазин. У магазина. Ой, какие красавцы. Ну, метро ли не хочу. Ну, здесь сувенирный магазин и лего. Пойдем посмотрим, что внутри. Когда в Швеции последний раз ездили, шторм был такой, что вот эти все рекламы, они качались прямо из стороны в сторону, били стены. Да, там их так колбасило, офигеть. Эмичка пила на велике, так велик уже не нужен. Да, велик уже не нужен. Тут шарики лол есть. Эмилия, успокойся. И коробочка для аккумуляторов. Колбасонька. Держи. Не надо мучить ее, а то обидится, убежит. Все, успокойся. Короче, у нас карточка клиента оказалась просроченной. А новую мы не нашли где-то дома. А новая потерялась, так что сейчас встанем в информацию, попробуем получить временное. Это мой воинца. Там я заводит спанная сиденья. Йо. Кажи, портила лету нюкюэнэ. Сэтэн войтэ латаа мейдэн апси. Короче, на 100 евро, 5 евро в комиссии, дали 912 крон шведских. Ну, примерно 1 к 10 идет, чуть, да, наверное, меньше. Дай монетки посмотреть. А Эмике лол достался. Это 10, 12 крон здесь. Это мы взяли на всякий случай, потому что, ну, расплачиваться мало. Да, мало ли, наши кредитки там не прокатят, так да. Это самое. Давай. Ну, там еще такс-фри магазин. Сторы. Суперсторы. Кидаешь копеечки, кидаешь туда, и она падает и толкает идти. Все, что упадет, все тебе. Можем попробовать. Ну, там надо много кидать. Да. Можно, пожалуйста? Здесь такая уже, что ли, на грани. Ну, здесь зато, давайте, видишь, они... Не-не, тут как раз трудно выиграть, потому что они там в куче. Они не толкают друг друга. Вот здесь более реально выиграть. Здесь руки не толкаешь. Смотри, что-то дает им. Мига полно сынула он. Onko se joulupallo? Eikö? No, ylihuomenna on joulupallo, eikö niin? No kyllä. Konfiette rasdali. Дед Мороз меня спрашивает, где новогодний шарик? Рождественский шарик? Она говорит, не рождественский. Впереди. Подарки можно запаковать сразу же.
Ну, это для меня уже поинтереснее. Миш, покажи. Нажми, Эмилия, покажи мне. Ужас какой. Сандра, осторожно. Он же куб. Ужас какой. За 14.50 себе лего. У него лего уже просто ломится. Да. Там можно самому эти лего продавать. Так, вытючишь? Я думал, это... Уйдете, а это вообще другой, не наш. Ты доволен? Я. Да? Я. Ну все. Там можно запихнуть его вот сюда. Мы едем или потом один? Да. Мама тоже себе что-то купила. Говорит, чтобы ночью не потеряться. Ты найдешь меня, знаешь, по кругу на руке. Чего это? Светящаяся, о, такая палочка будет. А я знаю такую. Все, не надо больше. Не, ну на везде должно быть. Поехали. Емич. Вот браслет. Что-то, по-моему, народу прибавляться стало. Да. Или так и есть? А, у них же будет это. Ой, сейчас. Это что такое? Смотри, кто, мы сейчас праздник пропустим. Эти там. Там же сейчас сказать, через 15. Вон там эти животные ходят, а вы сейчас себе в каюту, в каюту. Самое интересное сейчас начнем. Не хотят? В каюту, да? Да, в каюту. Да, конечно, у них все уже. Лего, лолы, молы, все, им уже нафиг. Уже сами знают, как что открывать. Смотрите, не надо. Эй, почему свет выключен? Дети, короче, при делах. Сети нету. Ничего нету. Ничего нету. Аксессуар. По телевизору вон, русские эти самые. Русские сказки. Пока. Королевство кривых зеркал. Да, все как положено. Ладно, ладно, это Виталий на флешке был. Виталий, флешечку подключил, да. Телевизор. И все. Что-то не... Надо Виталия сваливать, пока они не собрались. Сейчас они соберут, скажут, ну что, пошлите. Да, уже... Детскую комнату. Уже холодно. Пойдем в детскую комнату. Ты сам хотел идти в номер. Ну, когда уберем, сделаем. Нет, Сандра, мы потом уже бегать не будем. Потом мы с мамой захотим спать. Я знаю, кто это зайчик. Какой такой зайчик? Это будет зайчик, у него аксессуар. Зайчьи ушки. У тебя такой нету еще, да? Нету. Я же, говорит, говорила. Откуда ты знала? Потому что пара наряду. Я видела. Пара наряду. Понятно? Пара наряду. Начались эксперименты. Мы с Виталием выбрались вдвоем. Сейчас тут выйдут. Отплясали елки. Эй! Ручкой нам помахали елки. Может, карты возьмем новые? Сыграем? Давай. Красиво. Она как из материала сделана, больше не засалится. Ну да. Ну, такой чем пока не будем ничего брать. Завтра по кораблю пойдем, тогда и будем. Ну, смотри, красивые такие лосики. Вот это смотри, какая красивая. Вот это уже такая. Серьезно, такой. Наши кружки, чашки. Мои рабочие наушники. Snäckor, bär eller stenar? Mitä hemulikin räsi ennen kuin hän alkoi kerätä kukkia? Oliko se käpyjä, kiviä tai postimerkkejä? Okay.
В общем, там скажут, что сейчас начнется мумий-диско. Пойдем посмотрим, что там. И потом сейчас. И детскую комнату. Сандра, время уже 8. Мало. Я мечту, как колесо заверни. 7 сейчас. Хоба, пошли. Сейчас 7. Хоба, пошли. Сейчас 7. Да, все, я Мика сейчас стену. Бум. Короче, испугались. Все танцуют, пляшут, а эти что-то побоялись. Чего ты стесняешься? Выступать на сцене она не боится, а танцевать она боится. Пойдем. Короче, детская комната такая. Ну, здесь только беситься. Шариков, конечно, куча. Ну и больше особо и ничего. Туалет. Можно в PlayStation порубиться. Ну, короче, взяли им развлечения, они будут искать эти рисунки. Вот. Я не знаю. Вон мальчик тоже ищет. Ищите. Кто-то там. Значит, ищите дальше. В общем, поиграли они в игру, нашли они 6 наклеек, и им дали вот по такой штучке, нажимаете, и она светится. Дети счастливые. Кошмар. Ныряет. У нас, оказывается, на каждый день вот такая подложечка есть. Свежая. Две простыни, две подушки, всего, короче, по два. Два одеяла. Два это, одеяла, да. Это экстра белье, то есть на каждый день свежее белье. Короче, классно, кресло раздвигается все. Внутри там, короче, вот такая подушка была, чтобы... Оп. И две подушки. По-царски. И одеяло все беленькое, чистенькое. Друзья, это офигеть. Полотенец просто такая сервис, гора. Сервис, да. Конечно, мы не ожидали. Полотенец такая гора, что на каждый день ребенку полотенце. Потом еще нам там 4 полотенца. Внизу полотенце. Какая у тебя киса симпатичная. Вот как. В общем, полотенец целая куча. Да, дети сейчас намылись тоже у нас. Друзья, мы, кстати, и не знали, что в Швеции и Финляндии час разница. В Швеции на час меньше, чем в Финляндии, так что... Королевна там уже все? Маловато пижамные штаны. Вот это жизнь. Да, Эмич, вот это жизнь. Да, маловато. Откройте мне аллеуки. Сейчас мы, видите, мы в номере уже устроили этот самый... Как там? Хостель? Хостель. Вот, кстати, я посмотрела, вот это шампанское стоит 8,90. Это которое бесплатно нам было? Да, две бутылки. Короче, мы так посчитали, у нас в холодильнике там евро на 25-30 было. Да. Да? Помимо того, что еды даже неудобно. Мы уже почти все напитки тут выпили, кроме... Короче, мы вынуждены, наверное, все-таки на корабле что-нибудь купить, а то в минус уйдет Таллинс. Всем спокойной ночи. Завтра мы продолжим, поедем уже непосредственно на корабль. Мы встанем позавтракаем. В музей. Да? Да? Я... Поедем мы на машине. В Швеции на машине я еще ни разу не был. Надеюсь, это будет более-менее спокойная поездка, а не стресс. Самое интересное, что на корабле довольно спокойно. Где вся веселуха-движуха? Либо мы на таких этажах находимся, что все веселье внизу. Мимо нас. В трюме. Все веселье в трюме. Все, спокойной ночи, господа. Спокойной ночи. Друзья, слегка жранули, бомж пакетов запитоннили. Это... Короче, набрали, Имич сказала, что это самая вкусная еда была, да? Ага, вот это мама, это я, это бабёночка. Бабёночка. У меня еще есть два слова. Колбасенька, вот меня зовут колбасенька, и еще булин.